Открывая зимой крышку улья, пчеловод может обнаружить вот конденсат на крышечке и довольно влажную подушечку. Происходит это прежде всего от того, что из-под крышки влага никаким образом не смогла удаляться. То есть происходит конденсат, образование конденсата, который из-за того, что верх довольно-таки герметичен, он не сможет удалиться оттуда. Это влага, и естественно вся влага впитывается в подушку. Чтобы этого не происходило, нужно верх сделать сверху, сделать правильную вентиляцию для удаления влаги. Так, что для этого мы делаем? Для этого мы, значит, ставим подкрышничек или магазин сверху. Таким вот образом. Ложим туда сухую подушечку в него. Вот таким образом. И делаем тут вентиляционный, ставим для того, чтобы была сделана вентиляция. Ложим брусочки. Вот, то есть сзади делаем вентиляционную щель. Для того, чтобы вот эта влага, если сюда попадает, она отсюда вытягивалась. Вот такая вот получается щель вентиляционная. После всех этих манипуляций, значит, с перестановками, улей уже имеет вот такой вид. Нижний литок закрыт, открыт верхний литок, стоит сеточка, стоит решеточка пластмассовая, чтобы пчелы, чтобы не беспокоили птицы, зимующих пчел. И вот, значит, между дном и корпусом пустой магазинчик стоит. И сверху сделана вентиляция для удаления отработанного воздуха из улья.